У нас в Питере снег уже давно сошел. Официально закрылись горнолыжные курорты. Но люди, вдохновленные примером президента, продолжают ехать на горы, покрытые слякотью. Управители горнолыжных баз констатируют появление нового вида спортсмена-любителя – горнопляжника. Узнать его легко. Сверху он обнажен или одет в несерьезную маечку, а на ногах у него стеганые штаны и короткие лыжи. Пример Путина повлиял на ваше решение заняться горнолыжным спортом? Конечно. Вообще, я бы сказал, наверное, наш пример повлиял на Владимира Ильича Путина. Он стоит вообще на лыжах, как чай. А вы не боитесь такие вещи говорить? Он же демократический. Конечно, демократический, но до катания без одежды вряд ли дойдет. Хотя это сверхдемократично. Ему охрана не позволит, ведь горнолыжники развивают скорость до 150 км в час, и одежда защищает при возможном падении. А вот так не боитесь упасть? Зато новые ощущения. Тоже рекомендую, кстати. Мы попробовали. В смысле, попробовали кататься по снежной каше, но вначале получили полное обмундирование. Вы знаете, я чувствую себя Путиным. Только автограф никто не берет. Вот, наконец, и тающий на глазах склон. Ехать забавно, похоже на водные лыжи. И действительно очень хочется раздеться. Но ведь известно, горнолыжное снаряжение все какое-то особенное. Скажите, а вот маечки, да, это тоже специально горнолыжное? Да нет, это просто. Моя любимая маечка. Эти места с чьего-то легкого языка называют Путинские горы. Хотя, по свидетельству бывалых, Путин никогда не катался в Ленинградской области. Не бывало раньше у нас и горнопляжников. Впрочем, хозяев Снежной горы это не удивляет, а радует. И хочется большего. Ну вот меня удивляет то, что такая замечательная погода, температура под 20 градусов тепла, солнце светит, снег есть, подъемники работают, народу никого нет. Вот это удивительно. В Альпах сейчас был бы лом. Между прочим, в Соединенных Штатах, в американских пустынях, энтузиасты катаются на горных лыжах по песчаным склонам. Песка в Ленинградской области хватает, так что, возможно, это не последний сюжет о горнопляжниках. Корреспондент Сергей Сергеевич Елгазин, оператор Сергей Ермоленко. Сегодняшка Питер прямо из Санкт-Петербургских гор.